Люкенвальде, кладбище бывшего лагеря военнопленных Люкенвальде, Шталаг 3А. Посетим, зайдем на территорию. С левой стороны небольшое озеро. Здесь оборудована стоянка для автомобилей. Остановка, приезжают автобусы экскурсионные. Двери открыли, калитку. Вошли. Как лязгнуло. И сразу направо два стенда. Один из них на русском языке. Частично. У нас довольно много информации в материалах группы Алтыслагерь по этому объекту, по этому кладбищу. Размещали мы ранее с вами довольно много информации. Брошюры, фото, видео. Занимается этим благоустройством и уходом за территорией кладбища городской музей. У нас также есть информация по этому музею. Да, посмотрели мы стенды. Прямо стоит памятник французским военнопленным, погибших здесь. Их перезахоронили, останки. Была эксгумация произведена. В ту сторону итальянская часть кладбища, вон там видно, стоит памятник. А раньше тут распятие стояло, оно находится в музее города Люкенвальде. Мы подойдем туда. Стоят здесь сразу направо от входа за стендами. Стрижали металлические. Со списками имен. С именами погибших здесь. Табличка. Тут указано, каких национальностей военнопленные здесь погибли. И прямо вот так, если смотреть прямо через эту плиту, ровно просматривается памятник на участке захоронения советских военнопленных. Попробуем сейчас увидеть. Это тут должно быть. Видно. Надеюсь, видно. Это сразу отходим. Аллейка из березок молодых. И вот так сразу видно. Подойдем мы туда. Пасмурно, дождь был ночью. Градусов, наверное, 25 сейчас. Парит. Вот здесь мы с вами зашли. Вон стенды информационные. Вот здесь стрижали. Это
памятник французским погибшим военнопленным. Подойдем к итальянским, а потом пойдем уже на советский участок. Участок, где захоронены советские военнопленные. Или же правильно сказать, военнопленные Красной армии, поскольку на то время была Красная армия. Вот. Посмотрели и будем идти назад. Многие здесь были наши военнослужащие группы советских войск Германии, поскольку рядом радиозавод, а рядом автобат были на месте самого лагеря военнопленных. Вот туда можно выйти. Это выход туда, к радиозаводу. Радиозавод по ремонту средств связи. Ремонт, обслуживание. Немножко солнце появлялось, обратили внимание? Мы здесь уже посмотрели. Сразу здесь будет участок с захоронениями югославов, чехословаков. Здесь же участок, смешанный участок, и мусульманские граждане захоронения здесь. Вот там стрижали, вот они. Вот они. Вон та табличка, где мы были. И вот так прямо, вдоль аллейки. Аллейка точно выводит на памятник. Вот прямо так будет. Вот он выглядывает. Памятник виден. Солнце как раз вышло. Будет получше нам видно. Гудят автомобили. Скоростная дорога. Тут, ну, метров сколько? Метров 300-400. Как мы отсюда выйдем? Времени сейчас к 11 ближе подходит. Да, вот время. И вот участок с захоронениями, советский участок, да. Всего тут братских могил захоронены военнопленные погибшие. Здесь захоронены в братских могилах. Всего здесь подобных могил 38. Вот они какие. Это одна из них. Сколько здесь человек? До сих пор никто не знает. Только примерно. А сразу после окончания войны по фото с воздуха видно, что здесь было подобных захоронений 71.
вот таких могил. Сейчас их 38. Памятник был установленный, к которому мы подходим сейчас, в 1950, дай бог памяти, 6-м году. Только в это время. Вот мы прошли два ряда справа, два ряда слева. Солнце как раз вышло. Там еще одни ворота вот прямо. Тоже они открыты. Вход свободный, естественно. Вечная память советским гражданам, замученным фашистской неволей. 1941-1945 годы. Рядом стоит доска или стрижали, недавно установлена, ну, лет уже, может быть, 6. И потихоньку добавляются фамилии, как мы видим. Не было ранее этой доски или стрижали. Она вытаскивается, это потом добавляется, если фамилии, при необходимости добавления фамилий вытаскивается, и где-то художники или специалисты вносят фамилии, кто нашлись или обнаружились в документах погибшие люди. Еще раз посмотрим. И потихонечку выходим. Двадцать первое июня две тысячи девятнадцатого года. Это кладбище Шталаг, лагеря военнопленных, Шталаг 3А, Бекенвальде. Хотел по аллейке пройти, но там нет тропинки. Вот березки как раз от входа ведут. Подойдем к этим березкам. Памятнику. Сейчас мы убедимся. Вот ряд березок на выход туда к стрижалям. Вот они. Если повернемся, поворачиваемся. Вот за березкой этот памятник и доска или стрижали. Говорил или не говорил, занимается благоустройством, уходом, поддержанием порядка на территории этого кладбища городской музей. Там же хранятся некоторые экспонаты, в том числе деревянное распятие, которое здесь было ранее установлено. Вот это участок югославских военнопленных, погибших здесь. Мы проходили. Чехословацких. Ну, а дальше участок французский и итальянский. Мы посмотрели с вами все участки кладбища. Вот там находится памятник. Самая большая территория советских
военнопленных, захороненных здесь. И потихонечку выходим. Кто не знает, как, или кто интересуется, но не знает, как посмотреть материалы, что были размещены ранее, пожалуйста, обращайтесь, я подскажу. Может, получше будет сейчас видно. Все-таки солнышко, как-то солнце странное. Вот стрижали с фамилиями. Фамилии тут, которые написаны, известны. У нас есть списки, мы размещали материалы группы. А, группа Алтыслагер. Вот адрес. Адрес, к которому можно обратиться при необходимости. Это Ютербок. Извините, это Люкенвальде. Музей, который занимается этими всеми проблемами, связанные с этим кладбищем. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.